Здравствуйте, товарищи! Время не стоит на месте. Мы приветствуем вас в современном высокотехнологичном пресс-центре нефтяной компании «Лукойл». «Лукойл» всегда в движении. Многофункциональный медиахолл пресс-центра компании стал местом проведения мероприятий самых разных масштабов и форматов. 2018 год открылся пресс-конференцией президента «Лукойла» Вагита Аликперова, посвященной подведению предварительных итогов работы компании в 2017 году. Первое мероприятие в новом пресс-центре. Надеемся, что он станет вашим родным домом. 2018 год стал юбилейным для спортивного клуба «Лукойл». Различные этапы конкурса, объявленного спортивным клубом по этому случаю, прошли в стенах пресс-центра. Здесь заседало авторитетное жюри, были объявлены результаты, победители конкурса встречали также в медиахолле пресс-центра. Спортивную эстафету подхватили лыжники из Российской Федерации лыжных гонок. «Лукойл» – многолетний спонсор Федерации и каждый год отмечает успехи главных лыжников страны. Особое место в пресс-центре – стенд с автографами почетных гостей. Первым свой росчерк оставил, конечно, президент компании, однако к концу года можно задуматься об установке новой панели. Молодых нефтяников приветствовал в пресс-центре председатель Совета директоров «Лукойла» Валерий Графер. Здесь прошла традиционная церемония посвящения в нефтяннике. Целый ряд церемоний подписаний прошли в стенах пресс-центра. Например, договора об оказании услуг между Сбербанком и организациями нефтепродуктообеспечения «Лукойла». Очередное соглашение с Международным глобальным союзом «Индастриал». Важным испытанием для оборудования пресс-центра стало проведение Дня инвестора в Лондоне. Пресс-центр вел прямую трансляцию из столицы Великобритании, а также обеспечивал обратную связь. В течение года пресс-холл становился площадкой для проведения интервью с руководителями, пресс-конференций для журналистов, встреч с коллективами. Особенно запоминающимися событиями стали посещение пресс-центра дикторов центрального телевидения Игоря Кириллова и Екатерины Андреевой. В рамках проведенных мастер-классов гуру отечественного телевидения поделились опытом с руководителями и сотрудниками служб общественных связей «Лукойла». Шикарная студия, очень красивая, аппаратная, очень современно все. У меня очень много людей, которые хотят что-то спросить. Но здесь вот интересные вопросы. Видно, что ребята очень интересуются и самой профессией, и жизнью регионов, и для них это важно. И, знаете, такие красивые люди, умные глаза – это всегда очень приятно видеть. Максим Проскуров, Владимир Цыпилкин, Ярослав Егоров, Владимир Шведовский, Василий Кузнецов. Программа «Регионы Лукойла». Пресс-центр «Лукойла». Заправляем информацией 24 часа. Как будут развиваться события, вновь покажет время.